орбит. Не так давно Дэйна Уайт говорил о том, что вы подеретесь в течение 3 месяца, но потом была информация, что не даже ближайшие даты боя. Mm-hmm. Какие сейчас у вас дела? Я думал, про бокс будете спрашивать, Дела пока не знаю. У нас скоро сейчас Рамадан, апреле. Скорее всего, после Рамадана уже видно будет наши двое, наше все, что меня там ждет дальше. Пока что я лечу завтра в Америку, уже там мой брат дерется в Беллаторе, Тигр Магомедом, ему помочь. Потом прилетим обратно, потом уже будем переговоры вести. Про Яира спрашивать не буду, но сейчас Артега и Волкановский будут драться. Кто из вас, кто из них для вас более интересен? Мне так подходит, удобнее был бы Волкановский, потому что он ростом ниже, намного ниже меня. И мне кажется, мне было бы очень удобно с ним подраться. Так. Не могу не спросить про Петра Яна, про бой со Стерлингом. Смотрели? Да, смотрел. Как вообще, что вы думаете? Ну, чуть не справился, потому что до этого тоже много кто дрался, такие моменты бывали. Джон Джонс, я, по-моему, дрался, и вот, ну, там могли бы сделать просто несостоявшийся бой, могли бы просто сделать и все. А так сзади забрали у пацана пояс, думаю, нечестно. Немножко провокационный вопрос, Стерлинг симулировал? Не знаю, не могу сказать. Ладно, пропустим вопрос. И вопрос про брата. У Хасана 2 числа будет дебют. Хасана 9 числа должно было быть. Ну, с рабочей визой чуть-чуть задержка. Из-за этого придется перенести после Рамадана. Где-то у него-то 9, походу, не успеет. У него-то есть туристическая виза. Надо сделать, чтобы в Америке, чтобы драться, нужна рабочая виза. За перерыв у вас не было так желания, грубо говоря, бросить все? Это после... Скоро я скажу. Пока нет, пока нормально. Спасибо большое. Игорь, как дела?